На конкурс дети читают стихи. Ермолина Полина, школа 950, города Москвы, 3-й Д класс. Зоя Чеботарева, пока память жива. Отгремели давно залпы наших орудий, а в воронке от бомбы трава мурава. Но войну не забыли суровые люди, и сквозь слезы смеются, ведь память жива. Они помнят походы и дальние страны, и простые от сердца народа слова. Они помнят лица друзей, уходивших так рано, их слова и улыбки, ведь память жива. Они помнят весну 45-го года, закружилась от счастья тогда голова. Но не узнали ее те, что гибли в походах, но знали друзья их, ведь память жива. Эта память с корнями уходит все глубже, и шумит на ветвях сильнее листва. Ее времени бег никогда не заглушит, ведь душа молода, пока память жива.